Приветствую всех из Паттайи. Мы находимся в гостиничном комплексе «Амбассадор» в корпусе Ocean Wing. Замечательный современный корпус, очень чистый, очень красиво оформлен. У нас есть немножко времени, и я хочу показать вам отель изнутри. А вот так мы поднимались на свой этаж, на этих лифтах. Повсюду стоят красивые вазы с живыми орхидеями. А возле этого фонтанчика очень приятно сидеть и наблюдать, как он меняет цвета. Шумит потихоньку вода и успокаивает, и располагает еще больше к отдыху. Вот сейчас он меняет будет цвет на синий, сиреневый. А это аквариум в холле, к которому мы тоже часто подходили, чтобы посмотреть на рыбок. И по периметру, по внутреннему периметру везде растут вот такие вот живые цветы. Это ресепшн. Очень дружелюбный персонал. Милые девушки, парни обслуживают туристов. А это американские паракомандос. У них тут база. В холле отеля тоже можно посидеть, выпить кофе или прохладительные напитки. И, конечно же, насладиться вкусным мороженым. Внутри есть тоже ресторан, где по вечерам звучит живая музыка. А мы сейчас едем в город. До новых встреч! Я не прощаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте. Пока-пока! С вами была Лидия Жукова.